Столик номер один готов. Столик номер два готов. Алибей, сегодня вас не слышно. Что это такое? Неуч! Что это за фишки? Ты что, в игрушки играешь? Столик номер три готов. Вот, мой голос все такой же, ты доволен? Да, Джингисбей. Доброе утро. Разумеется. Конечно. Что он хочет? Я должен отвезти куда-то Ишенханым и Бахарханым. Бахар? Дай ключи. Давай, давай. Побуду немного шофером маленькой госпожи. Может, настроение поднимется. Давно я здесь не был. Что сказал Джингис? Где он? Сказал приехать на причал. Это сюрприз. Посмотрим. Посмотрите, раскрыл паруса в такую погоду. Ну, дает. Али, вы разбираетесь в мореходстве? Конечно, я капитан. Ты не знала? У меня есть разрешение, и яхта была. Я пропадал на ней неделями. Прекрасно. Я могу опять отправиться в плавание. Джингис не будет против. Отлично. Сестра, я собираюсь отправиться в морской круиз с Али. Как тебе это? Нет, нет, это маленькое. Тесное для нас. Посмотри, это очень красивое. Да, но немного дороговато. Но яхта как девушка. Боже мой, там по меньшей мере 6 кают, 2 мотора. Наверняка делает 30 узлов. Мы не поплывем, а полетим. Я арендую ее для нас. Возможно. Добро пожаловать. Минутку. Развлекаетесь? Назовем это деловой поездкой. Ты ведь ничего не нашел? Ты знаешь, где его дом? Ты посмотри, как его дом декорирован. Посмотреть или заново его украсить? Посмотри, Али. Но сделай все сам, хорошо? Что случилось? Вы были? Не разлей вода. Потом позвони. Хорошо, шкафы в порядке. Документы в порядке. Компьютер надо оставить включенным. И это сделано. Будьте любезны. Проверь с той стороны. Если хотите, я поднимусь. Жди здесь. Если там кто-то есть, я позвоню. Почистишь все после меня. Thank you.
Али заходит в дом. Уходи оттуда. Боишься оставаться один? Нет, наркоманы подняли шум. Приехала полиция. Надо уходить, Алибей. Срочно.